Привет, комрады! В интернете разные садово-парковые дровосеки и прочие чайники очень любят обсуждать, как мой топор будет вылетать у меня из рук. Они говорят, что я должен напрягаться, прилагать дополнительные усилия, чтобы удерживать топор в руках, что вот необходима бабушка, иначе топор улетит и прочую-прочую глупость. Но это все теоретики, болтуны. Вот. Вчера ко мне пришел на канал один такой человек, стал рассказывать, что у него там правильный топор, он все это про топоры знает, и что у него такой топор с, естественно, с кривой ручкой, с S-образной, с бабышкой, и даже его топор улетает у него из рук, вырывается. Вот. А мой, мол, подавно будет вылетать, что мне надо там прилагать усилия, чтобы сжимать его в руках. Ну вот этому теоретику и всем подобным прочим болтунам, которые говорят, что на топоре там необходима бабушка, и топор вот такой вот с обратным всадом и без бабушки будет из рук вылетать, я покажу, ну, как я буду рубить. Топор я буду держать даже вот так вот. Показывать типа окей, вот, вот так вот. Во, двумя пальцами, то есть. Так, конечно, держать будет неудобно. Удары будут не совсем точные. Ну, по сути, вот я покажу, что топор никуда не вылетает, даже если его держишь вот так. Вот, нанесут несколько ударов. Давайте посмотрим, что получится. Ну как, надеюсь, все увидели. Топор я держал вот так вот, двумя пальцами. То есть совершенно, как бы, ну, без всяких усилий. Сжать его довольно сложно. Надеюсь, все понимают. И он, тем не менее, никуда у меня не вылетал. Ну, для Гринписа покажу, что вот дерево просто сломалось тут во время бури. Вот его конец сломанный. Но отломилось вон с той вершины. Вот это вот дерево, вот. То есть я тут не нарушаю, так сказать, порядок, закон, не хулиганю. Ну вот проруб. Вот тут ладонь помещается. То есть легко и просто вот этот вот безобразный и некрасивый топор, у которого нет никакой бабушки, который идет как бы на конус, легко и просто вот он рубит. И никуда не вылетает из рук. Так что те теоретики, которые рассказывают, что топор там без бабушки будет вылетать из рук, надо прилагать усилия, руки там устанут его удерживать, что у них даже вылетает топор там с этой ихней бабушкой там развитой, грибком этим из рук, тем более у тебя вылетит. Но все это просто болтуны. То есть вот этот топор не требует вообще никаких усилий для удержания. В руках он удерживается совершенно нормально. Ну, при каком это условии, что ручка, как я описывал в других видео, должна быть соответствующей длины. Вот смотрите, там есть, об этом я рассказываю. То есть вот, встали вы, поставили возле пятки и взяли с рукой примерно такой длины. И тогда у вас топор не будет вылетать из рук никуда, без всяких усилий вы держите. Ну ладно, понятно всем, я думаю. Такой вот видос. Короче, не слушайте всех этих глупых болтунов, которые там догматики и просто ничего не знают. Ладно, комрады, еще продолжу, есть интересная идея. Пока, заходите еще.